На Калининскую атомную станцию приехали перенимать опыт коллег-атомщиков сотрудники турецкой станции АКУЮ, а также проходят практику студенты физики Белорусского государственного университета. О том, какими знаниями поделились работники КАЭС, наш следующий сюжет от коллег из регионального телевидения «Удомли». Опыт российских специалистов при эксплуатации энергоблоков сегодня пользуется высоким спросом за границей. Ежегодно Калининская атомная станция принимает на своей площадке коллег зарубежных АЭС, а также будущих физиков и атомщиков, студентов белорусских профильных вузов. Знакомство с процессом генерации электроэнергии у студентов проходит в производственных цехах станции и на базе учебно-тренировочного подразделения КАЭС. Занятия на полномасштабных тренажерах, аналогах блочных пунктов управления действующих энергоблоков позволили старшекурсникам попробовать себя в роли операторов АЭС. Для ребят это важный шаг на пути освоения профессии. Свое будущее они представляют вполне конкретно. Кто-то его связывает со строящейся белорусской АЭС, кто-то с работой в области ядерной медицины. Мы впервые побывали непосредственно на атомной станции. Она поразила масштабами. Очень огромный комплекс зданий, сооружений технических. Это очень ценный опыт для нас, как для физиков, ядерщиков. Если брать медицину, то сейчас с помощью ядерной медицины происходит лечение онкологических заболеваний, также кардиологические тоже. Опыт эксплуатации Калининской АЭС перенимают турецкие атомщики. В программе стажировки – теоретические курсы по обеспечению радиационной безопасности, культуре безопасности и охране труда. Практическое обучение проходит в оперативных сменах отдела радиационной безопасности. Мы увидели, как работает служба радиационной безопасности на действующей АЭС. Посмотрели, как выполняет радиационный контроль. Коллеги помогают нам на практике и отвечают на наши все вопросы. Стажировка турецких специалистов и белорусских студентов на Калининской АЭС организована в рамках реализации стратегии госкорпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом» по развитию международного бизнеса. Стратегия предполагает оказание поддержки иностранным государствам на всех этапах жизненного цикла создания и развития атомной энергетики – от строительства АЭС до подготовки высококвалифицированного персонала.